Круглый стол на тему «Волонтерство. Высшие проявления патриотизма» провели в Доме дружбы. Организовал эту встречу областной филиал Народной партии Казахстана. Наш президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что построение современного Казахстана – это не только политические и экономические реформы, это главное модернизация общественного индивидуального сознания, формирование ценностей. И вот одно из путей формирования этих ценностей – это есть волонтерское движение, где люди наши бескорыстно, на добровольной основе помогают другим людям. Да, здесь формируются такие ценностные качества, как трудолюбие, ответственность. Вот в этом году по уборке снега очень много волонтерского движения было, по поиску. Но это не только это и занятия репетиторством, образовательные процессы тоже есть волонтерские движения. Вот это мы сегодня хотим обсудить и централизоваться, консолидироваться, чтобы вот это движение волонтерское расширилось на наш регион. В Петропавловске есть 6 волонтерских организаций. Работа каждой из них неоценима. Добровольный труд активистов способен решить много социальных проблем. Благодаря волонтерству формируются доверительные межличностные отношения. Улучшается качество жизни и самочувствие людей, которые столкнулись с теми или иными проблемами. Волонтерство я прошел в 2019 году. И я сначала был по поиску без вести пропавших людей волонтером, а потом решил создать свою команду и назвал «Помощь рядом». Помогаем малоимущим семьям, многодетным, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы помогаем продуктами, вещами, там, бытовой химией. У нас в семье 13 человек, я в семье 10-й ребенок. Ну, поэтому то, что мы многодетная семья, нам тяжело было. И вот мы выросли все, и я теперь понимаю, каково людям, вот, многодетным семьям. На встрече каждая волонтерская организация имела возможность рассказать о своей деятельности, поделиться с коллегами достижениями, перспективами и дальнейшими планами. Валерия Филатова, Матвей Колесников, Шерния Симанов, МТРК.